32 студента Самарского технического университета получили благодарственные письма от городской думы и молодежного парламента. Все они активно участвовали в благоустройстве города, выходили на субботники и помогали жителям наводить порядок во дворах. Мне очень приятно, что ребята уделяют помощь территориям, вот внутридворовым, там, где уже жители в силу своего возраста не могут сами выйти по традиции, да, так сказать, там навести порядок в палисаднике, ну, уже просто стали физически пожилыми, немощными. Вот. И здесь ребята с удовольствием выполняют эту трудоемкую работу. С не меньшим энтузиазмом студенты принимают участие в очистке берега Волги. У нас потрясающий город, который стоит на берегу Волги. Но, конечно же, обращение с родной рекой дало свои плоды. Регулярно в Думу города выходил, но и студенты не оставались в стороне, с радостью поддерживали эти акции. Еще одно важное направление, где активно участвует молодежь – уборка воинских захоронений на городских кладбищах. Это не только физическая помощь, но и важная составляющая патриотического воспитания. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов. События.